Всем медоедный привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Ник Медоед, и сегодня мы будем открывать 5 наборов, то есть 5 кейсов. И что же оттуда выпадет? Ну что же, погнали начинать. Используем первый кейс. Погнали. Так, что же нам тут выпадет? Нам выпадает вот это оружие, вот это, то есть, вот тут скин, да. Давайте посмотрим все-таки, что же он делает. Сколько он стоит? Что-то он где-то 23, только, ну, то есть 0,23 золота. Это, конечно, очень мало, но давайте откроем еще. Погнали. Так, что же нам выпадет сейчас? И снова это оружие. Снова. Черт. Давайте откроем еще один. Осталось еще 3 кейса. И нам выпадает... О, что-то новое. У меня уже этот скин есть, но все равно круто. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Вот. Так. Вот этот скин, конечно, это оружие не крутое, конечно. Так себе. Давайте. Сколько же он стоит? Видите, у меня их 2. 1 золото стоит. Это, конечно, мало, но все равно круто. Так. Давайте-ка откроем еще. Я открываю только Infinity коллекцию. Вот. О, какое-то новое оружие. Интересно, давайте посмотрим, сколько оно стоит. Скин, конечно, красивый. Так. Он стоит 2. 2,40. Это реально круто. Это уже реально круто. Так, давайте откроем еще одну Infinity коллекцию. И нам выпадает снова это оружие за 2 золота. Что могу сказать? Это очень даже круто. Ну что же, спасибо всем, что вы смотрели мое видео. Всем спасибо. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем пока-пока.